Житель Таджикистана Юсуф Усмонов приехал в Самару специально, чтобы поступить в университет имени Королева. Дома в Душанбе учился на 4,5, занимался техническим творчеством, мечтает стать ученым-инженером. С университетом списался через интернет, прибыл по приглашению. Подал документы на факультет технологии транспортных процессов. А выбрал я Самарский государственный аэрокосмический университет, так как он мне больше понравился. Более 5000 абитуриентов уже изъявили желание учиться в Самарском университете. Из них почти 200 иностранцы. Приемная кампания идет полным ходом. Абитуриенты приходят с высокой оценкой по ЕГЭ. Ожидается, что проходной балл будет выше прошлогоднего. На бюджетные места документы можно подать до 26 июля. В этом году их стало больше. По инициативе губернатора 85 мест бюджетных будут финансироваться за счет бюджета Самарской области. Это филологи, это историки, это гуманитарные дисциплины. И там средний балл уже сейчас за 80. Для того, чтобы поддержать абитуриентов с высоким баллом, университет ввел дополнительные стипендии. В течение осеннего семестра они будут получать по 3, 5 и 10 тысяч рублей дополнительно. Это стимул. Мы ждем таких ребят. Я думаю, что не только высокобальники, но и ребята средние, такие упорные, уверенные, здесь найдут себе большое применение. У нас больше 300 образовательных программ сейчас. Университет имеет весь спектр подготовки. Те, кто уже прошел первую ступень образования, подают документы на более высокий уровень. Эдмунд Аквер, студент из Ганы, собирается учиться в магистратуре. Для нас все очень хорошо. Преподаватели все преподаватели все хорошо с нами занимаются и все понимаем. Вот поэтому тут решили, чтобы тут оставаться, а еще продолжать на магистратуре поступить. Чем больше иностранцев учится в Самарском вузе, тем выше его мировое признание. Но и россияне тоже получают уникальную возможность учиться за рубежом. 120 университетов мира ждут самарских студентов на стажировку. Яркая, очень мощная, усиленная программа. Это непереоценимая материальная база в виде установок, на которых я могу получать это образование. Ну, собственно, сама атмосфера, само строение кампуса. И, наверное, это и делает наш университет одним из самых лучших. Учебная база университета совершенствуется. В частности, уже в этом году выделены деньги на реконструкцию ботанического сада, после которой он станет одним из лучших в мире. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.